Держите меня. Рано. Держать тебя буду, когда я уйду. Да какую ты карьеру можешь начать? Слушай, кем ты будешь? Петь я буду. Петь. Просто петь. Дарить радость людям. Имидж-то мне уже наработал, костюмчик мне твой к лицу. Внешне мы близнецы, никто не заметит, что я – это не ты. Ну-ну. Значит, душа у меня будет петь. А тело что будет делать? Тоже без пения не останется. Душа будет петь, а тело будут отпевать. Залежи глаза, слов не говори. Этой ночью лес пополам согреет. Ножницы острый край может нам помочь. Смело разрезать будем эту ночь. Разорвать, разбросать и начать опять. Не будем мы никого не просить, не ждать. На кусочки разрежем ночь и будем медленно поджигать. Сколько унесешь, если только не потревожит нас незнакомый свет пары наглых глаз. Не понять, не догнать, за поворот не дотянуть за рукой, вроде бы вот-вот. Ни о чем не просить, не ждать, а просто медленно поджигать. Скоро у меня начинаются первые сольные гастроли. 10 концертов в Кремле. Давай-давай. Мне очень интересно глянуть, как ты облажаешься. У тебя же нет голоса. А зачем мне голос? Буду красиво открывать рот под фанеру. А репертуар? Фанеру тоже записать надо. Где ты песни возьмешь? Каруза. Зачем мне песни Каруза? Мне и твоих достаточно. Придется разориться на диск. Слушай, да какое ты имеешь право петь мои песни? Это же мои песни. Вот ты выйдешь их петь, только это буду я. А гонорар как будешь делить? Как обычно, гонорар на концертах делят. Пополам? Спасибо, что хоть меня не забыл. А при чем тут ты вообще? Половина денег мне до концерта, половина мне после.
О как! Я заглядывал в запретные зоны, заплывал я за буйки многократно. Я проигрывал и был чемпионом, и потому мне все понятно. Каждый день я пробегаю по кругу по изведанной до боли дороге и звоню одной и той же подруге, если мне плохо. То я тебе скажу. Я над своим имиджем работал долгие годы. Хочешь выступать сам, придется и тебе поработать. Сначала ты, никому не нужный и незнакомый, приедешь в Москву. Потом будешь долго доказывать, что ты на что-то способен. Потом пойдешь обивать пороги жирных и наглых продюсеров. Слушай, не чисти. Давай по порядку, по очереди. В Москву я... Приехать не могу, я и так в Москве. Ну и доказывать я ничего не буду, ты уже все за меня доказал. Хорошо. Хорошо. Все эти этапы пропускаем. Значит, иди и обивай пороги жирных продюсеров. И когда тебя пару раз пошлют, так хорошо пошлют, ты сразу поймешь, почем фунт славы. А тебя посылали? Конечно, посылали. Без денег, наверное, сидел бедный. Конечно, сидел. Чтобы выключить один концерт, неделю обивал продюсерам пороги. Надо было лучше двери оббивать. Пороги меньше и платят больше. Is your dream.
Сегодня на СТС легендарное шоу «Самый умный». Эта игра определит самого умного учителя. Меня зовут Белун Елена Анатольевна. Каждый может быть умным, если захочет. Юрий Холод, раз я здесь, то уже не дура. Мне очень хочется верить, что я самая умная. Сегодня в 19.00 «Самый умный учитель». Рассказ о своем самом веселом празднике и пришлите нам. Вы сможете выиграть поездку в Испанию для всей семьи на фруктовый праздник. Фруктовый сад, фруктовый праздник. Ужин. Я тебя последний раз предупреждаю. Если ты будешь выступать от моего имени, я приду на твой концерт и открою людям глаза. Всем. А люди встанут и закроют тебе глаза, чтобы не мешал мне петь. А я скажу, что это я, Филипп Киркоров. А ты самозванец, присвоивший мое имя. У меня доказательства есть. У меня паспорт есть, в котором написано «Филипп Киркоров». Такой у меня паспорт есть, деточка. Вот. Откуда у тебя паспорт на мое имя? А? Почему это на твое имя? Это паспорт на имя Полуяровой Авдотьи Махмудовны. Креолки. 1905 года рождения. Нашел его на улице. Твоя там только фотография. Ты что, спятил? Нет, клеил. Зачем мне присваивать твое имя, если у меня есть твоя внешность и твои песни? И ты выступай как Киркоров, а я буду выступать как хочу. Знаешь, кто ты после этого? Знаю. Полуярова Авдотья Махмудовна. Quiero.
сейчас, пожалуй, самое время почитать письма поклонников. Нет, 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 давай лучше поговорим о твоей сольной карьере. Мне эта тема интереснее. Да нет, ну что, Филипп Борисович, да кто я по сравнению с вами? Так, жалкий пигмей, ты посмотри, сколько писем тебе пришло. Вот это нравится? Пока не знаю, покажи адрес отправителя. Да я и прочесть могу. Пишет тебе, догадываешься? Опять? Нет, слава богу, не опять, а снова. Пишет тебе любящей рукой Варвара Красавина из деревни Савина. Здравствуйте, Филипп Борисович. Вчерась на 3 часа сломался телевизор. И я из-за этого минимум 5 раз вас не видела. Поэтому настроение паршивое, как овца. Сижу в конторе и плачу над вашим лицом. Правда, вашу фотку я забыла дома. Поэтому использую для слез портрет Хемингуэя. Могу сказать, что борода вам очень идет. А еще у нас в деревне называли вашим именем школу. Школа имени Лопе де Вега. Ну, я любое красивое имя считаю вашим. Кстати, вчера мужики вертели глобус. Искали, куда свинтить от голодухи. Так оказалось, что вашим именем уже названа целая страна, битком набитая пальмами, лианами и обезьянами. Очень красиво звучит. Филиппины. Это то, что бывает один только раз в жизни.
хочется выбрать для сольной карьеры самый близкий простому зрителю жанр. Поэтому я сейчас вот на распутье. Посмотри под ноги. На распутье должен камень лежать. Направо споешь, имидж потеряешь. Налево споешь, налоговая хлопнет. Прямо споешь, в оркестровую яму упадешь. Шутки. Это, конечно, хорошо. Да, очень хорошо. Спасибо за наводку. А как тебе нравится афиша? Филипп Киркоров, автор сатирических куплетов и танцев. Утром в газете, вечером в канаве. Угу. Значит, ты с моим лицом, с моим имиджем, с моим зрителем собираешься выйти на сцену и под раздолбанную гитарку... За кого ты меня принимаешь, а? Под балалайку. Так, смешнее. Да что ты будешь петь? Что ты будешь петь? Ты же только одну веселую песню знаешь. Мимо тещиного дома я без шуток не хожу. Почему одну? Мимо тещиного дома я много веселых песен знаю. Мимо тещиного дома...